Мне кажется, если бы мы признавали личное достоинство друг друга, мир был бы лучше. Мы должны помогать друг другу. Мы все не идеальны. Некоторые люди не чувствуют себя достойными чего-либо. Мы были созданы равными. Спасибо. Мексика, Пакистан, Иордания, Филиппины, Канада, Южная Африка, Индия, Парагвай, Италия, Монголия, Бангладеш. Вы все очень талантливые люди. Вопрос в том, как вы можете использовать свой потенциал, чтобы помогать другим людям становиться достойными. Говорите четко, с чем вы победите? С любовью. Что поможет вам победить? Любовь. Я люблю вас всех. Турция, Нигерия, Япония, США, Палестина, Китай, Уганда. День достоинства меняет к лучшему жизни не только ученичество и студенчество, но и людей, которые его организовывают. Я представляла интересы 17-летнего мальчика, которого приговорили к смертной казни в Луизиане, в то время как он был невиновен. Я пошла проведать его в камеру заключения, и он ясно сказал мне: «Не беспокойся за меня, меня освободит правда». И 5 лет спустя мне выпала честь присутствовать на свадьбе его сестры в Новом Орлеане, и он был свободен. Мы прогулялись вместе. И я надеюсь, что то достоинство, которое продемонстрировал этот мальчик, мы можем воспитывать по всему миру. Спасибо. Сейчас некоторые из вас выйдут сюда и расскажут нам личные истории о достоинстве. Это самое интересное, не так ли? И я обещаю себе, что для меня примером станет мой дед, который всех любил и всем помогал. Я чувствовала, будто у меня отнимают мое достоинство. Моя история началась с того, что я наделал кучу глупостей. У меня была жажда внимания. Но я вам обещаю, что ощущения, которые вы испытаете после этого, невероятны. Я так тронута, меня переполняют эмоции. Богатство человеческого духа, которым переполнен этот зал, и та честность, с которой прозвучали ваши слова, я хочу сказать всем спасибо. Достоинство это. International dignitaries, Norwegian royalty, and young global leaders from the World Economic Forum descended on a small school in Grassy Park, just outside Cape Town. निजी और सरकारी 56 स्कूलों के तलबा तालबात ने हिस्सा लिया. Hoy es el día mundial de la dignidad. Каждый из вас может изменить мир. Вы измените мир. Ульсруд, Норвегия. Вспоминаю, как долго я плакала в тот день. Я была так счастлива, ведь мне можно было ходить в школу. Это была ее первая возможность рассказать свою историю всей школе. Как думаете, это изменило ее мир?